Привет, привет. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 40 дней, как не стало, российского актера Сергея Колесникова. Поэтому давайте, друзья, присоединяйтесь ко мне. Посмотрим его могилу. Вспомним его, его спектакли, роли. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, комментируйте. Итак, не отвлекайтесь, внимательно. Поехали. Итак, дорогие друзья, приближаюсь я к могиле Сергея Колесникова. Напоминаю, сегодня 40 дней, как его не стало. Так. Нам вон туда. 4 человека там стоят. Ну вот как-то так, дорогие друзья, побывали мы с вами на могиле Сергея Колесникова, посмотрели, много цветов, посетители были. Кстати, был его брат, он старше Сергея. Напоминаю, что ему сегодня 40 дней, как его не стало, Сергея Колесникова, наш актер. Ну, в основном, больше всего стал известен после телепередачи «Фазенда». 6 лет он ее вел, ведущий был этой передачи. Так что, так. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Жизнь продолжается, смотрим в будущее с оптимизмом. Вам я желаю удачи. Берегите себя, своих близких, родных. Так что увидимся. Пока-пока.